Полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров вручил медаль «Золотая звезда» родственникам Андрея Колпакова, которому посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Об этом сообщает телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской. Андрей Колпаков ценой собственной жизни спас товарищей, укрыв их собой и защитив от ракетного удара. На церемонии была вся семья военнослужащего – мать, отец, супруга, трое детей. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выразил семье слова благодарности. Всего с 92 года в Приволжском федеральном округе почти 300 человек были удостоены звания Героя Российской Федерации. С наступлением холодов на дорогах и пешеходных дорожках может появиться ледяная корка, которая представляет опасность, информирует телеграм-канал Ленинского района. Чтобы избежать падений и травм, необходимо соблюдать осторожность и принимать меры безопасности. МЧС России рекомендует передвигаться осторожно, наступая на всю подошву. Выходить из дома заблаговременно, не торопиться, не занимать руки тяжелыми сумками и не держать их в карманах. А водителям соблюдать скоростной режим. 23 и 24 ноября в выставочном центре «Экспо Волга» состоится выставка «Животных. Друг человека», сообщает администрация железнодорожного района. В рамках фестиваля проведут конкурсы и соревнования на спортивной площадке, квиз, детективный квест, соревнования по кинологическому спорту и другие активности. Будет работать большая детская площадка и маркет. Желающие смогут забрать понравившегося котика или собаку домой.